Это отлично. Это самая необходимая вещь. И вовремя даже, вовремя. Главное, чтобы приехали сюда россияне. Потому что Крым был России и есть. Вы можете только представить, что такое Севастополь, что такое Керчь. Это герои. А люди создавали эти города и получали звания такие красивые. Вы были в Севастополе? Это город, это славы город. В мире знает каждый Севастополь, Сталинград и Керчь. И Москву. Ну, в основном берем как Севастополь Крыма. Как вы думаете, нет опасности, что украинские солдаты начнут стрелять в этих и эти в тех? Никогда не начнут, не начнут. Они тоже сами российские солдаты, и украинские. А большая часть из них взята половина, или если не больше, россиян. И родились здесь, и только служат здесь. Здесь да? Большинство людей, 99% рады этому, рады. Рады тому, чтобы не допустить сюда, чтобы вы помогли сюда, не допустить сюда фашистов, бендерицев и всю эту... извините меня за выражение, которая живет и готовилась к этой бойне и захватить военным образом власть в Украине и продолжать свои обогащения. Буквально два слова. Вы старше? Я. Что вы спрашиваете? На вашем деле. Ну, вы знаете, что мы случилось? Ну, хорошо. Докуда вы? Из периметра? До банкомата, да? А у вас есть схема охраны обороны вашей? Ну, посмотрите. Зачем? Ну, давайте пока не будем пугаться, не будем сидеть, правильно? Куда идем? Сюда идите, девочки, иди сюда. Говорят, братья. Такая ненависть. Оказывается, старший брат очень хочет пригнобить. Кроме меня еще, брат. Я к вам перед, прости Господи. За кого вы защищаете? Золотой унитаз, который в Ростове спрятался. На беде ручка золотая. Да это все неинтересно, понятное дело. Янукович. Ну вот... Не в этом дело. Будь ласка, просим дуже ваш. А кто це? Це всі окупанти? Відійдіть, будь ласка. Відійдіть. Тут покрова Пресвятої Богородиці. Взагалі, ви маєте хрестики на це? Ви хрещені чи ні? Так, на крупельце посвятити їх. Посвятити. Те, хто молиться, трупу гнилому там на Красній площі, вас толкають. А люди, которые это молят, это Бог живой. Молодец, да. Бери. Бужи. И благослови нас, Витя, Твое. И отворачивайся. Назад смотри. Богом Твою. Не последняя современная техника и оборудование, У нас техника хорошая и позволяет выполнить задачи, которые стоят перед нами. А техника советская у вас? Да, техника советская, БМП-2. Точно такие же стоят на вооружении в России. Какого года они? БМП? Ну, с 85 по 90. What are you going to do next? Are you going to load the weapons? Are you going to get the tank prepared?
Вы сейчас что будете делать? Вы будете зарядить? Мы дальше продолжаем эту. Да, мы боеприпасы загружены. Оружие заряжено. Готовы к дальнейшим действиям. Мы ready. Садитесь, пожалуйста, на дорогу. На дорогу стоит. Хорошо.